Казахстане сегодня отмечает День государственных символов. Ровно 29 лет назад утвердили флаг, гимн и герб независимой республики. К празднику, несмотря на карантинные ограничения, подготовились обстоятельно, но большая часть мероприятий все же прошла в режиме онлайн. Репортеры КТК расскажут, как это было. Традиционно День госсимволов практически во всех городах начинается с автопробега с флагами. В Алматы такая колонна проехалась по основным проспектам. К обеду к автолюбителям присоединились байкеры. Время и маршрут шествия приходилось неоднократно менять, а все из-за переменчивой погоды. В то же время, но уже под землей, все шло по расписанию. На одной из станций метро молодежь организовала небольшой флешмоб. Любой желающий мог спеть гимн в ожидании поезда. Из-за карантина количество участников ограничили, но это настроение не испортило. Многие даже не знают, что такой праздник есть. Мы также столкнулись с тем, что некоторые не помнят или не знают слов нашего гимна. А через такие акции у нас есть хорошая возможность все это донести до казахстанцев. Патриотические акции сегодня прошли по всей стране. Необычный рабочий день начался у промышленников Павлодара. Там тоже пели гимн. Звучал он и в общественном транспорте. Петропавловские торжественные мероприятия начались с поднятия флага и исполнения гимна на главной площади города. Собираться всем вместе, конечно, запретили, но подпевать можно было с балконов. Этой возможностью и воспользовались горожане, а волонтеры тем временем раздавали флажки. Сейчас у нас просто непростое время карантина. И чтобы поднять вот людям настроение и дух патриотизма, мы вот с друзьями собираемся, с волонтерами и раздаем флажки. От всей страны не отставал и шахтерский регион. В Караганде государственный гимн звучал практически со всех уголков города. Динамики накануне установили на зданиях театра, музеев и скверах. В Саране жители украсили свои балконы флагами. К акции присоединились и автомобилисты. Почти на каждой машине развивалось синее полотнище с ярким солнцем и беркутом. Я патриот своего города, своей родины Казахстан. Я с удовольствием поддержал этот автомотопробег в честь государственных символов Республики Казахстан. Финалом празднования Дня госсимволов стал концерт, но прошел он без зрителей. В Алматы симфонический оркестр перед Дворцом Республики исполнил государственный гимн. Посмотреть ролик можно будет в интернете. Боржам Сидов, Инна Лопатка, Игорь Бухтаева, Игорь Казанцев и Думан Даулетбакулы, КТК.